больше не малявка. Я уже больше не малявка. Эй, малявка! Москва, всем привет! Как вас много! Ой, я чуть-чуть в шоке. Как у вас дела, ребят? Все супер? Вы готовы сегодня зажигать? Честно, ребята, я очень волнуюсь. Мне кажется, вы слышите, как я чуть-чуть дрожу, даже в голосе. Короче, ребята, я реально в шоке. Я не ожидала, что вас будет так много. Я очень-очень рада, что вы все сегодня пришли. Спасибо вам большое. Я вижу в зале очень много знакомых лиц. Просто спасибо вам тоже отдельно, что пришли. Ну что, Москва, я безумно волнуюсь. Я рассчитываю на вашу поддержку. И хочу, чтобы сегодня пели, танцевали все-все-все. Вы готовы? Следующая песня, ну, очень простая. Я думаю, вы все ее прекрасно знаете. А мне? А мне? А мне? Yeah.
держу за ручку и всегда надета шапка. Что я все ми-ми-ми, вся прям такая лапка. А как вам такое? Я покажу, чего стою. Всех мигом построю. Левый, левый, раз, два, три. Знай и люби наших. Танцуй до мурашек. Мне холод не страшен. У меня огонь внутри. Посмотри. Сколько сил, сколько стресса, сколько нервов было вложено в этот концерт. Особенно, самая, мне кажется, одна из сложных частей, это были костюмы. Раскрою вам секретик. Этим утром мне дошивали большую часть, доделывали большую часть костюмов. И только пару часов назад я получила какие-то еще недостающие детальки. Поэтому, как всегда, просто ничего не меняется. Каждый год одно и то же. Мне постоянно нечего надеть. Let's go. Милана, стоп. Поем все вместе, Крокус. Мне снова нечего надеть. Офигеть, офигеть. Мне снова нечего надеть. Офигеть, теперь поете вы. Мне снова нечего надеть. Еще. Мне снова нечего надеть. Офигеть. Гуччи, Фенди, Луи, Прада. Взгляд тебе.
Отлично, тогда продолжаем. Праздника, а разум.
Ребята, вы не представляете, как много значит для меня этот концерт, этот шоу. Это шоу. Раскрою вам секретик. В этом зале сейчас находится около 5000 человек. Для меня реально очень важна эта цифра. Это что-то реально нереальное. И на самом деле для меня это очень много значит. Просто отдельное спасибо каждому, кто пришел. Безумно вас люблю, безумно вас ценю. И хочу заявить, что вы мои самые настоящие ЛПшки. Но только давайте чуть-чуть порепетируем. Я думаю, вы поняли эту подводочку. А пути не путю, ну кому я говорю? Пути, не путю, не путю, ведь я люблю, навсегда мы друг для друга. Поехали! Поем все вместе! Мишка, видишь, мальчик, а я девочка, Том. Да, давай в ладошки хлопаем.
трек у нас получился. Я хочу чуть-чуть потанцевать. Давайте все встанем рядом со своими местами, чтобы никому не мешать. И мы сейчас быстренько с вами выучим очень легкий тренд. Встаем-встаем, все-все-все рядом со своими местами и будем танцевать. Так, надеюсь, вы готовы. Повторяем движение за мной и поем тоже. У меня от тебя бегут мурашки. Мы давно не виделись, может, обнимашки. У меня от тебя бегут мурашки, а в твоей руке белые ромашки. Крокус, вы запомнили? Да! Ну что, я слежу за каждым. Танцуем все-все-все. Вашу энергию, вы безумно зажигательны, это было просто нереально красиво. Так все танцевали, очень-очень круто. Муа. Очень вас люблю. А кто там? Так, ребят, приветики. А у меня есть идея. Опа. Шипы. Мне кажется, я тебя знаю, мальчик. Всем привет. Улетим в закаты, это безвозвратно. Какой бы ни была милашка, правда, не хочу терять тебя, one love. Меня спасают братья, они в этом шарят. Первая любовь, да они об этом знают. Больше не зову тебя, малая. Если мы танцуем, ночь будет твоя, моя, моя. Даже если весь мир против нас, я знаю, ты готова со мной уехать навсегда прямо сейчас. Я самый лучший. Раз, два, и снова, снова, снова. Мы с тобой из дома.
тебя прямо сейчас. Ты самый лучший друг. И снова сон. Вижу с тобой из дома. Мне все кричат, какого опять забрал тебя. И снова, снова, снова с тобой мне очень клёво. Стоим напротив дома. Ты скажешь до утра. Руки в небеса. Качаемся. Снова, снова, снова. Большое спасибо, Амирчик, что приехал поддержать меня. Ребята, дайте шума! Но я знаю, это не все. Это еще не все, друзья. Это далеко не все. Во-первых, еще раз всем привет, Крокус. Я хочу, пользуясь случаем, хочу вместе с вами разделить такой, знаете, замечательный момент. Во-первых, сегодня не только сольный концерт Миланы Стар в Крокусе. Сегодня еще, точнее, вчера был ее день рождения! Спасибо. В честь этого у меня для тебя есть небольшой подарочек. Держи, пожалуйста, это тебе, цветочки от меня. Спасибо. Это подарочек потом тоже откроешь. Спасибо. Еще, еще больше шума. Ну и также, пожалуйста, на сцену, пользуясь случаем, хочу пригласить твою маму. Вот она там сидит. Ирочка, можно вас пригласить на сцену, пожалуйста? Давайте поддержим громко, громко, громко! Ребята, только сразу хочу вас попросить. Вы сможете с мамой пофоткаться, но только уже после концерта. Она тоже хочет насладиться шоу. Я вот отсюда хочу вот вам вручить небольшое, знаете, такое. Это очень скромно, но это как минимум, знаете, что самое главное, это от души. Вот это вам. Спасибо вам большое за такую талантливую артистку, за нашу любимую Миланочку. Давайте еще раз громко-громко поаплодируем. Спасибо большое, Амир. Ребята, я Амира просто так не отпущу. И ты еще какую-то там песню должен исполнить. Ну, только если меня, конечно, поддержит весь Крокус, вся Москва. Наркоз, ты не моя, все это любовь, самообман, и до утра я буду пьян. Виски, наркоз и в облака, ты не моя, что ты? Все это любовь, самообман, и до утра я буду пьян. Виски, наркоз и в облака. Ты не моя, ты не моя, ты не моя. А я не отбой, наш разговор, пьяная боль. Время прошло, ты холодна. Теперь я с другой, и ты занята. А может, лучше будет вовсе теперь. Я подобрал ключи, но не открыл дверь. Жаль, что ты сияешь не для меня. Смелюсь, что ты не моя. Это любовь. И до утра. Виски, наркоз и в облака. Ты не моя. Это любовь, самообман. И до утра я буду пьян. Виски, наркоз и в облака. Ты не моя, ты не моя. Оп-оп, ты так красив. Оп-оп, удаляю с архива. Я любуюсь с тобой, ты же дива. Из какого ты фильма? Я с тобой так хочу сфотаться. Надеюсь, у меня получится. Но ты не моя, и я учусь. Это любовь. И до утра. Виски, наркоз. Ты не моя. Раз, два. Это любовь, самообман. И до утра я буду пьян. Виски, наркоз.
Спасибо большое, друзья. С вами был Амирчик. До новых встреч. Также громко встречаем Милану Стар! Ведь она класс постарше, того по кресло скрашивает.
Следующая песня достаточно лиричная. Короче, сложное слово. Достаточно спокойная. Вот. И я хочу, чтобы все сейчас достали телефончики, включили фонарики, и все мы вместе создадим такую атмосферу, такой вайб, и вместе красивенько попоем, ребята. Включаем все-все-все фонарики. Чем их больше, тем гораздо круче, гораздо масштабней. Поем все вместе. Снова плачу в мягкую игрушку. Ты прости меня, любимый Мишка. Ты же знаешь, сердце не ледышка. Ты же знаешь, как. Снова плачу в мягкую игрушку. Совсем недавно у меня вышла новая песня. Может быть, кто-то знает ее. И мне очень-очень нужна ваша поддержка. Мне всегда нужна ваша поддержка, но вот на этом треке особенно. Короче, так как трек новый, я думаю, возможно, не все еще знают и не все послушали. Поэтому на вот этих боковых экранчиках, самых крайних, будет подсказочка для вас. Мы сделаем караоке, и вы сможете читать текст этой новой песни. Но взамен на это я хочу, чтобы все пели. Прям все-все-все, потому что песня называется «Жадина». Let's go! Почему не отвечаешь мне в ИК? Я жадина, жадина, жадина. Никому, никому.
Сейчас будет, наверное, моя самая любимая песня. Ваша самая любимая песня. Поэтому я хочу, чтобы все было готово к этому номеру. И чтобы вы тоже, как всегда, как вы мне уже показали, громко пели. Ребята, договорились? Так, ну что, мне кажется, недостаточно шума. Очень-очень тихо. Давайте. Стоп. Давайте сейчас отдельно покричит балкон. Раз, два, три. А теперь весь партер. Раз, два, три. И все вместе. Ну что, ребята, поехали. Да, Барби, а мой Кен потерялся в игрушках. Он растет так мальчик в подушку. Милый мальчик, прости, выросла твоя подружка. Кен потерялся в игрушках. Он грустит, а я плачу в подушку. Милый мальчик, прости, выросла твоя подружка. Девочки растут быстрее, это всем известно. То, что по приколу раньше, сейчас неинтересно. Ты хороший парень, но немного заигрался. Я пошла вперед, а ты на паузе остался. Я для вас приготовила такой небольшой музыкальный сюрприз. Сейчас вы кое-что увидите. Кое-что очень новое, но кое-что очень родное. В первый раз. Ой-ой-ой. В первый раз я вообще такое буду делать. Я волнуюсь. Такой сюрпризик Крокусу. Поехали. Секретиков, уважаю критику, наш столбик.
шоке. Ребята, спасибо вам большое, честно. У меня уже даже язык переплетается. Вы самые лучшие. Спасибо вам за вашу поддержку. Также я хочу вам сказать то, что совсем скоро на этой сцене у нас будет автограф-сессия. Всю информацию вы сможете узнать на стойке мерча, которая находится в фойе. Их несколько. Кстати, о мерче. Ребята, выйдите, пожалуйста, сюда. Просто посмотрите, как много классных футболочек разных цветов. Просто потрясающе. Розовенькие, черные, белые. Выбирайте на любой вкус, на любой цвет. И также большой ассортимент у нас есть также на нашей стойке с мерчом. Там гигантский выбор. Ребята, большое-большое вам спасибо, вы просто потрясающие! А также большое спасибо, где-то должны быть мои девчонки, которые танцевали со мной в трек танцу. Можно мои девочки как-нибудь? Я хочу отдельно поблагодарить моих родных девчонок, которые со мной почти на каждом концерте, со мной ездят в туры. Кстати, насчет туров, ребята, наш тур не заканчивается, он продолжается. Просто посмотрите на этих красоток. Даша, Катя, Яна, Майя, ребята, дайте отдельные аплодисменты. Как много подарков. Спасибо вам большое, мои милусята. Вы мне самые преданные. Я от вас получаю просто нереальную поддержку. Безумно вас люблю. Спасибо вам большое за этот концерт. И до новых встреч. Ваша Милана Стар.